Всем привет, дорогие друзья, мы продолжаем играть в Айзека, и я ненавижу эту гребаную музыку. Меня от нее крыша уже сносит. Так, сейчас, извините, микрофон должен проверить, что там, по-моему, опять чудит. Естественно. Скайп, что ты делаешь с моим микрофоном? Я думаю, те, кто смотрит на Ютубе, в частности, услышат разницу. Скайп, сволочь. Так, ну-ка, сколько часов прошло с тех пор, как музыка меня задолбала? До тех пор. 177. Но я жалуюсь на нее часов 20 уже, так что вы можете считать 150 часов. Нормально. 177 часов в Айзеке у меня наиграно. Жесть. Надо будет чем-то разбавить. Может быть, завтра будет Скайрим. Просто та фигня, которой я занимаюсь. Может быть, потому что я устал что-то от Айзека. Так, Айзек, поехали. Голосуйте за второй забег. А пока что Айзек. Так, можно мне сокровищницу под бок? Ой, нет, только не целлар. О, идеально. Пауки, видимо, да? Пандорас бокс. Два синих сердца. Окей. Блин, я не знаю, он неплох, черт возьми. Но я им не могу управлять нормально, поэтому в этом, наверное, нет смысла особого. Так, и мне должно быть хорошо вот где-то так, слышно? Нет, сегодня для Ютуба, очевидно же. Очевидно же, сегодня для Ютуба запись. О, смолго. Откуда у меня две бомбы? А, с этого упали, да. Что-то я подтупливаю маленько. Не знаю, RoboBaby 2 неплох, не настолько плох, чтобы его прям реролить не задумываясь, но он не настолько хорош, чтобы его... Блин, ну может выпасть совсем бесполезная хрень. Майнсрофта? Нет, Майнсрофта пока что не будет. До Майнсрофта потом доберемся. Вас еще будет тошнить от Майнсрофта. Окей, босс. Хорсмен, о, ё. Так, сначала надо голову его забить, а потом его самого. Можно ли считать это хедшотом, интересно? Ай! Ублюдок. Я до сих пор не понимаю, какой умник добавил Хорсмана как босса для этих уровней. В первой-то части геморрой. Не то чтобы он мог меня убить, но, блин. Синтол. Ладно. Ну, лошадь мне точно... А, надо было на лошади покататься сначала. Деньги собрать хотя бы. Ладно, неважно. Уже неважно. Уже неважно. У меня уже все равно нет ни черта. И деньги я с одной бомбы не достану, так что... Какого черта? Хотя они мне, в принципе, здесь и не нужны. Я в магазин также не попадаю. Потому что нельзя же ходить через секретку. Я не выпускал видео. У меня стримы все это время были. Каждый гребаный день. Ну да, на Ютубе было мало видео, но... Это не значит, что их там вообще не было. Там были ежедневные анонсы. Так что, не знаю, ты профукал год, дружище. Активность на канале как бы и не прекращалась ни разу. Так, эти бро мне не помеха, но... Но мне все еще нужен ключ, и мне нужно зарядить артефакт по-прежнему.
По-прежнему мне нужно зарядить артефакт ключ. Мне ключ мне заряжать, конечно, не нужно, но он мне нужен. Бомба. Можно секретку поискать, в принципе. Да ё-моё. Что, ни того, ни другого? Что за подстава такая, а? А я бы мог пойти сейчас в сокровищницу, да? Просто через стенку. Просто бомбами. Мог бы. Я буду жаловаться. В пролете. Я эту хрень брать не собираюсь. Флот пени, хорошо. Я бы жаловался, если бы выскочил какой-то другой тринкет, менее полезный. Но так как это флотпенни, все отлично. SSE4, приветствую. Да, фетус в этой части не рулит. Я могу быть в безопасности, просто управлять этим робо-бэби и все. Но это будет долго. Но я буду в безопасности. Так, это у нас вешалка. Найс. Найс. Блеск, блеск, блеск. Блеск. Ну, кто помнит, тот, кто понял, тот понял. Тот, очевидно, смотрел South Park. Хоть когда-нибудь. Фетус и полифем? Ну, фетус и полифем может быть. А вот так вот фетус не рулит совершенно. Ах, блин, гребаные пауки. Гребаные пауки. Ну что, у меня появился шанс собрать кошку. Ну, пока что он очень призрачный, но он есть. Нет, бро, паук. Кстати, тем временем меня в Скайриме собака говорящая отвела к вампирам. И говорящей статуе, которая ее хозяин. Я иногда рад, что не играл в Скайрим раньше. Честно, это иногда жуткая наркомания. Ай, ё-моё. Ну, я в любом случае там получил бурон. Совершенно неправильно отошел. Не туда. Охо-хо, инфестейшн шот. Хорошо, мне это нравится. На YouTube будет без рекламы, ребят. Twitch такой просто. Придется жить с этим. Twitch он такой. Twitch он дает рекламу. Так. Ну и посмотрел рекламу, помог каналу, так что вы не просто так ее смотрите.
Привет, Крипи. Ай, больно. Ногами по лицу, сволочи. Орбитал тоже полезен. Так, блин, мне не нравится моя ситуация. У меня почти нет хп, у меня все очень плохо. Так, искать секретку. Искать где? Может быть здесь. Ну и тут тоже может быть. О, отлично. Блин, ключник. Пацан, ты испытываешь мое терпение. Амнейжа, блин. Ну, у меня, я везде был, так что мне туда не резон идти, но... Черт. Эх, локап. Говорили они. Блин, я когда-нибудь сделаю стрим, когда я буду прокачивать этот автомат, ей-богу. Просто тупо отдельный стрим, вот, будет посвящен прокачке этого гребаного автомата, отлично. А, да, конечно, мне Twitch платит за рекламу. Ну, за то, что люди смотрят рекламу, у меня с Twitch копеечка падает, естественно. Иначе бы я не включал, как будто, блин, у меня другая какая-то причина есть включать эту гребаную рекламу. Если бы мне Twitch просто так платил, я думаю, рекламы бы вообще на канале не было. Так, так работает Twitch, понимаете? Оно так устроено. По-другому никак. Так устроены все каналы. Как, все, кто на Twitch вещает, они вот на этом завязаны. Так, нет, бро. Ты умрешь. Алчность, конечно же. Не знаю почему, но я уже начал угадывать этих боссов. Скидка. Я, пожалуй, флэтпей не оставлю. У меня ключи пригодятся. Везде. По флудерам в чате банхаммером пройдусь, ребят. Если вы не хотите по-хорошему, будем по-плохому. Так, камень синий. Не, показалось. Но похож. Ёп. Матрёна Пантелеевна. Что ж вы такие? Ай. Ну я вроде уклонился. Блин, надо пересмотреть будет. Видео. По-моему, физически я находился немножко в стороне. Да ё-моё. Чё мне так везет сегодня? О, все, это привет. Ау. Я не понимаю. Я в упор не понимаю его паттерн. Иногда... Вот поправьте, если я не прав. Но иногда он прыгает и долго в воздухе находится, а иногда просто бам-бам. Бам-бам. Причем непонятно, как, когда, как бы. Ты, если бам-бам, то просто не успеешь уклониться от него. Просто, ну, как физически, ты среагировать не успеешь. Если даже успеешь, то не успеешь просто отойти на нужное расстояние. Он приземлится тебе на голову. Я бы сделал ребаланс глобальный. В некоторых мобов надо тайминг править, в некоторых надо паттерны править. А, это Беркан, это три паука. Самая бесполезная руна. Холлоу. Ну ладно. Эти ребята хоть бабло приносят. Правда, очень мало бабла, надо сказать. HP локап. Хоть что-то. Крампус. Эй. Бримстоун, ура.
Господи. Слава, слава тебе, Господи, угадал. Ну, правда, я не знал, что он Бримстоун, но как-то хотелось в это верить. Что там либо Абадон, либо Брим, либо Косы, либо что-то еще. По-моему, все хорошие вещи стоят 2 сердца. Ну, такие мощные. Как правило. Я могу ошибаться. Возможно, совершенно не все. Че тут? А, этот мусор. Эта хрень не работает. А где магазин-то? А, ну да. Конечно. У меня же с собой куча батареек. Какой к черту магазин, какие к черту артефакты, которые можно реролить. Что я фигню тупорю? Ну, вы знаете, законы подлости, все такое. Вы знаете, я лучше сделаю по-умному. Ну, вернее, как по-умному? Я рискну. Я рискну выбить... пилюли из вот этой хрени. Это терсап. Неплохо. Главное мне теперь ласты где-нибудь не склеить, что, в общем-то... как два пальца намочить. Просто... просто бам и все, и я труп. Шариком по грибам. Сам пройди шариком по грибам. Там может быть облако яда и мне хана. Нет, спасибо. Меня такая перспектива вообще не устраивает. Привет, Фиорко. Фиорко. Да, чтоб тебя кони имели. Не тебя, а вот его. Ненавижу этих мобов. Они, блин, медленные. Они, блин, медленные. Меня в них это тотально не устраивает. Да их худшая черта. Так. Так, ну дамаг вроде ничего. Ай. Чего не скажешь о моей удаче с этими чертовыми сундуками. Я думаю, этот маленький RoboBaby 2 подставит меня. Я получу урон за спасибо. Как открыть Dark Room? Не помню. Лучше к Википедии обращайтесь с такими вопросами. Там информация точная, проверенная. Без каких-нибудь там может быть, наверное. Да ни за что. Если я возьму Бримстоун с антигравитацией, я буду, блин, просто идиотом. Антигравитационные слезы. Это читайте, как бы, можете считать, что это запоздалый Бримстоун. Не хочу. Я умирать не хочу. Pretty fly. Блин, очень она мне поможет. Ладно. Ни одного синего камня. Вообще ни черта нет. Что это за уровень? Глубина 1. Я повторю то, что ты сказал секунду назад. Ни одного синего камня. Ни одного. Да, кстати, у меня снова дождь за окном. Снова какая-то полный трэш по погоде. Так что если я отвалюсь, то не обессудьте. Блин, вот поэтому этот оно сосет. Оно не работает, оно просто не хочет работать. Спасибо, блин, большое. Сподобилось таки. Ну надо же, синий камень. Не знаю, я лучше так его разрушу, чем попытаюсь, блин, его раздолбать с помощью гири. Конечно, гири это халявно, типа, и бомбу не надо тратить, но, твою мать. То того не стоит, по-моему. Да и костер там как-никак.
как? Вот как, блин, это вообще происходит? Это огромные чертовы черепа. Эмперо, блин. Мне бы херовый. Как его, блин, называют-то? Ни хематомезис, нет. Нет. Херофант. Хаерофант. Херопонт. Я надеюсь, там сейчас не будет какого-нибудь задницераздирающего босса. Но он там будет, да? Моя не хотеть идти туда. Да ты смеешься надо мной, игра. Ты что, издеваешься, что ли? Это что за вопрос? Да, Бримстоун с самонаведением, это здорово. Господи, неужели? HPR. Привет, Векс. Господи, релик, неужели? Я не думал, что буду так рад релику. Не, он определенно, он почти всегда полезная вещь, но... Да как почти всегда? Он всегда полезная вещь. Но сейчас это просто переросло в охренеть какую полезную вещь. Просто вот охренеть какую полезную вещь. Это практически единственный шанс выжить у меня. Это вот этот вот... Я не пойду туда. Я не хочу туда идти. Там босс, наверное, но я не хочу туда идти. Потому что меня там убьют. Потом убьют еще раз. Потом оживят и убьют еще раз. Долбаные некроманты. Я заметил в Айзеке в новом два типа прохождений, что ли. Точнее, два что ли типа прохождений. Первый. У тебя есть имба-комбо. Ты проходишь, блин. Второй вариант. У тебя нет ни хрена. И ты проходишь с проблемами. И вот тут есть два варианта. Либо ты сдыхаешь и сливаешься, либо ты идешь и идешь и идешь каким-то чудом до конца, и в конце тебя ждет имба-комбо. Вот, по крайней мере, у меня такое разделение получилось. Это реально работает. Ну, в смысле, это реально происходит, по-моему. Я не определился пока, хорошо это или плохо. Привет, Бонстер. Добро пожаловать. Бобро пожаловать. Ой, нет. Но там, конечно же, босс слева, естественно. Иначе и быть не может. У кого сколько часов? В Айзеке? Или вы там опять запрещенную тему обсуждаете? Чё, как там Скайрим? Барбас, вампиры. Или Барбас, возможно. Вот. Ну так, ничего особенного пока что не происходит. Все еще. У меня же не было шансов уклониться, правда? Оу, oh, е. Yeah. Курвет Хорн.
И Бонстер Just Bros Cry. Кстати, я забыл совершенно. Здесь же кто-то еще засабился в самом начале стрима. Я видел. Я видел тебя, бро. Слушай, я забыл, прости, бро. Как твой ник? Где ты? Где ты? У нас еще у нас новый саб, еще один. Я про него. Поприветствуйте Бонстера, ребята. Я пока что ищу другого саба. Блин, у меня мубот молчит, у меня все молчит. В общем, и того второго саба поприветствуйте. Я не могу найти его ник. Уже чат уполз. А, у меня же... Так, а если так... Сейчас, секунду. Нет, не вижу, не вижу, не могу найти нигде в логах. Ладно. Ладно, человек, и тебе приветствую, и тебе брос... А, вот, подушка, Just Bros Cry. Я помню на П, но я не видел. Я думаю, печенька, но вроде не печенька, вроде у нас тут печенек хватает. Дабл саб сегодня, всем привет, всем брофистов, ребята. Вот. Так, к боссу давайте. Ай, я ни черта не вижу. Ау, я ни черта не вижу и натыкаюсь просто на все подряд. Где он? Вот, Крампус, конечно. Мой старый друг. А, у меня же двойной этот самый, точно. Я же могу два тринки-то таскать. А я уже попрощался мысленно. С флетом. Чем ближе ты к мегафете подойдешь, тем меньше он летит. Ну, блин. А если у меня дальности нет, я не знаю. Ладно. Ну, теоретически, как бы да, на практике все равно уклоняться нереально практически. На практике практически. Ну, оригинально, как сказал. Чё тут? Чё там? Оу. Какая няшка, вкусняшка. А вот это не няшка, вкусняшка. Это что-то коричневое, это явно не шоколад. Ноуп. Ты меня не возьмешь. А я эту хрень не возьму. Ни за что, никогда не берите Боб Спрейн. Серьезно, это может быть прикольно в некоторых ситуациях, но... Я каждый раз об этом говорю, но он реально такой ужасный. Так, Damage Up. Синий камень, где ты есть? Здесь его, похоже, нет. Кэнсер. Я бы взял, но нет. Еще синий камень, так сказать. Синее сердце. Синее сердце, это хорошо. О, еще одно. Ладно. Ну, Локи даже очень легкий босс. Ну, очень легкий босс. Эй, Якоте с Бримстоуном. Якоте с Бримстоуном, черт возьми. Это имба. Все, у меня есть хвост, рога и... кандалы. Нет, я мозги-то, конечно, зареролю, просто я должен был сначала посетить сделку с дьяволом.
Так как если там выпала бы, например, голова там Тами или ну что угодно, что можно было бы реролить, я бы это зареролил, а тут уже потом. Ну блин. Я не хочу Rainbow Baby. Я вообще не хочу брать спутников. Они не нужны. Мне, по крайней мере. Ох, ёшкин. Ё-моё. Ой, ё-моё. Уйдите вы от меня. Нехорошие люди. Естественно, где мои батарейки, которыми я мог бы зарядить здесь все по 100-500 раз? Конечно же, они не здесь. Конечно же, они лежат на том уровне, где мне нечего было реролить. Ну, естественно. Когда Скайрим будет на стрим... Бонстер, ты просто не видел, как я там бегаю. Ты понимаешь, это отыгрывание роли. Я совершенно не тороплюсь. Я совершенно не бегаю по квестам. Важным. Почему я сказал квест, а не квест? Старею, блин. Скоро буду говорить секс. Скайрим на стриме, может быть, будет, но я как бы не горю желанием, потому что мне интересно в него... Как бы, я сижу сам в своих мыслях, и мне не надо ничего комментировать. Да, иногда хочется комментировать, но как бы, по большей части нет. Это, я понимаю, что это, наверное, может быть весело, но у меня совершенно не то погружение в игру будет. Ой, нет. Ой, нет. Потому что мне совершенно не хочется с тролль-бомбой встречаться. В узком переулке. Ладно, сваливаем отсюда. Реролить нечем, денег не дают, сваливаем. Нет. Нуп. Можно было бы поискать еще суперсекретки, синие камни. Но мои глаза лопнут, прежде чем что-нибудь найду на уровне чрева. Почему не беру сердце? Потому что мне здоровье и так не нужно. В таком состоянии оно мне пригодится больше. Да, прав был тот, кто говорил, что до сих пор нереально рулит кот с Бримстоуном. Чё тут? Снова деньги-бомбы, хорошо. Паралайзис. Сказал, что это положительный эффект. А это? А это? Почему это все положительные эффекты, я понять не могу. Терсап это положительный эффект. Квазика через радмин играть. Да не стоит. Вайзека через радмин играть. Я не знаю, Мирзуки настраивал, поэтому не ко мне. Не самый лучший способ. Блин, ну нет. Ну, я думаю, что это вин. Чистейший. Pure вин. Или как там по-английски будет это? Ну, посмотрите, это просто какой-то паровоз из мух идет к боссу. Ну, что такое? Ну, несерьезно. Просто несерьезно. Пролазить вроде как иммунку до этого время действия. Нет. Я вообще думал, что он как бы боссов еще и стопорит. Ну, нифига. Он только тебя парализует. Я думаю, расчет был у разработчиков на то, что ты используешь эту пилюлю, застываешь на месте, как идиот, и получаешь урон. Ну, то есть, то, что это неизвестная пилюля, и ты ее юзаешь. Используешь. Хорошо, пойдем вниз.
Понятно, белых первыми убивать нельзя в этой игре. Нет. Синие камни. Они могут сделать их немножко заметнее, а? Я очень жду DLC. Там вроде как они... Вроде как разработчикам понравилась идея того, что DLC... того, что камни будут более заметными. Я очень надеюсь на то, что они это сделают. Ого! Да блин. Даже подойти к ним не успеваю. Ну что ж такое? Ай. Блин, жалко, что у меня нет ничего, чем я мог бы ХП спустить в нужный момент. Хотя там есть пилюля Хемитомезис, я думаю, я ее с собой возьму. Нет, это все Paralysis, вот Хемитомезис. Твою мать. Что это такое? Refresh там. Protected. Блин. Надеюсь, мой урон не уменьшился сильно. Бонстер, Сахарок, Лав Дионикс, Лопин 1337 и Даркел, который Дарке 1. Вот им можно сразу муты, они вчера уже получали ровно за то же самое, за тот же флут муты. Так что за нарушение можешь их сразу мутить как бы от 10 минут, в зависимости от тяжести, так скажем. Они что вчера флудили, не понимали, что сейчас, видимо, не понимают. Видимо, не хотят по-хорошему. Там невидимого монстра убило. Твою мать, а? Мне страшно находиться в этой игре. Тут невидимые монстры умирают у тебя за спиной. Оп! Можно ли про политику? Ну, как в том фильме старом, Спортлото 82. Эти ягоды есть можно? Можно. Только отравишься. Вот про политику у нас тут тоже можно. Только в муту летишь. Читайте правила, ребят. Там все русским по белому написано. Poison Touch может пригодиться, если я возьму листик, например. Ради прикола. Блин, да что ж такое. Ну, неплохо, но нет вообще. Снова нет. Ну, мобы, давайте. Чё вы как эти? Да блин, еще один Хемитомезис. Конечно, здорово, мне может пригодиться, но... Ну, вообще нет, скорее всего, не пригодится. Так, я не хочу тратить зарядку, чтобы сразу реролнуть все в сундуке. И давайте, наверное, пойдем туда. Нафиг. Нафиг смысл тут стоять. Ого!
Ай, очень, очень глупый урон. И очень зазря. Ну, переходи. Открыть собор. Пройти в сердце энное количество раз. Не помню, 9, 11 или сколько. Я думаю, что все это мусор. Наберем хорошее комбо, пойдем. Не наберем. Ай, не пойдем. Огребать по морде это плохое комбо. Так, еще одна комната. Не хочу брать ни то, ни другое, на самом деле. Пока мест неплохо. Зеленый луч свежести покарает все. I can see forever. О, вот это тоже здорово, кстати. Даже вот так скажем, если у меня будет эффект полароида все еще. Если я смогу спустить где-нибудь хп, или если у меня вот так вот, как сейчас, останется здоровье, давайте это возьму. То можно будет к сатане сходить. Просто без эффекта полароида я там, скорее всего, огребу. Он конечно, босс не из тех, которые сильно пинают, но он может напинать. Как в том забеге, где у меня было очень мощное комбо, и я просто себя этим комбо запинал. То есть он все равно подставить как бы может под вот это. Ауч. Блин, ну это я протупил. Не надо было останавливаться на месте. Так, выбираем. Ну и босс, конечно. Я считаю, что босс несправедливый совершенно. Его бримстоун надо фиксить. Я все-таки за честный и чистый челлендж. Даже хрен с ними, с челленджами, которые здесь мне не нравятся. Они ничто по сравнению с этим. Ну вот круги разве что вокруг него наматывают, но мне кажется, это не тактика. Несерьезная тактика. Not bad. Balls of Steel, говорите. Ну хорошо. Аргумент принят. К мегастане в любом случае после основного босса, потому что уровень тогда закончится. Если я пойду сразу к мегастане. Ну вообще, если когда вы идете к мегастане, готовьтесь к тому, что сундук прохождения вам не засчитают. То есть сначала проходим босса в сундуке, а потом проходим босса. Кто там еще остался? Потом проходим мегастану. Ух, ё. Так, Balls of Steel. Жалко, что две не могу таскать. Я бы взял. О, хорошо. Ну, не прям так особо, но, по крайней мере, он хоть что-то будет делать. И эта штука тоже.
Эта штука не будет делать ничего. Я протестую. Почему Бримстоун не отскакивает от стены? Хотя бы один раз. Типа под каким-нибудь углом диким. Но было бы прикольно. А, ну хотя у него тут углов-то мало. Он будет, скорее всего, обратно отскакивать. Ну как бы обратно. Я что-то на секунду даже забыл, что я босса забил уже. Долбанная имба-комбо. Так, я герцог мух, да? Кажется, нет. Ну, не важно. Разберемся там. Разберемся на месте, кто я. Видите, защита. Блин, если бы не вот эти вот боссы, которых он спавнит, он вообще был бы ни о чем. Потому что у него защиты-то, по сути, никакой и нет. Вот так вот можно пройти к этому боссу с помощью Dead Key. Не имея даже ключа собранного. И вторая форма. Все, пройдено. С одним ударом. Всего лишь один раз я получил урон. А мог бы больше, если бы у меня не было полароида. Пройдено.